Сейчас уже самый конец марта, примерно через месяц начнутся обработки по клещам, поэтому решил привести в порядок свое оборудование. Как известно, у меня есть опрыскиватель Цифарелли М3, и у него проблема с катушкой зажигания. Я заказал эту катушку зажигания и получил ее. Сейчас посмотрим, как все это будет происходить у меня. Как оказалось, проблем особых нету. Отправили мне ее из представительства Цифарелли через деловые линии. Они очень любят именно больше с ними работать. Это мне обошлось 379 рублей. 379 рублей это мне доставка из Москвы в Каменск обошлась. А сама катушка зажигания 2500-2600, как-то так примерно. Отправили они мне ее в коробке из-под хомутов каких-то металлических. Как-то не очень, конечно, презентабельно для итальянской фирмы, для их представителей. Распакуем. В грязнющей коробочке заглянем. Видим накладная. Угу. Ну хорошо, с документами все в порядке. Кстати, тоже скажу. Сумма 2573 рубля она стоит. И вот что мы видим там внутри. Вот она. Сказать, фирменная упаковочка. Красивая, без помятостей. Давайте сразу же ее и откроем у вас на глазах. Одной рукой немножко неудобно делать это. И вот смотрим. Все чистенько, аккуратненько. Родная катушечка. Поедем ее устанавливать. Еще спасибо фирме. Тут внутри оказалась такая инструкция. Жалко, что, конечно, я не очень понимаю итальянский. Но в целом все наглядно, с картиночками. Как что устанавливать, какие зазоры должны быть. Ну, в общем, молодцы. Видно, что качественно сделано. Приятно получить такой работу таким инструментом. Вот он мой опрыскиватель. Как известно, я уже поговорил с представителями фирмы. Он, оказывается, не выпускается с 2016 года. Такая еще старенькая модель. Мой сделан в 2012 году. Вот, и здесь, видите, у него катушка уже поменена. То есть она почему-то еще у нового тогда сломалась. И мне тут непонятно, какие-то горе-мастера поставили другую. Ну, и сейчас поставлю, наконец-то, родную. Их фирменную. При помощи несложных манипуляций выкручиваем винты. И снимаем защитную крышку. Ну и видим, сразу в самом удобном месте и находится катушка зажигания, или магнет, так как еще ее называют. Теперь посмотрим, что тут стояло, что поставили горе-мастера. Вот все на изоленточке. Ну, в общем, как обычно, вмешательство российских рук в нормальную технику. Не говорю, что все, конечно, руки российские плохие, имею в виду криворук. Хорошую технику. Так, ну и сравним, что тут стояло до этого. И вот новая фирменная. Комментарии излишни. Видим, что все абсолютно размером разное. По инструкции щупом вот здесь выставляем зазор. Как мы видим, 0,4-0,5 миллиметра.
вот мне тут приходило письмо от них, где я заказал эту катушку. Это Agra VetSnap. ООО. Вот, кстати, их контакты. Поэтому через них можно смело заказывать любые запчасти на технику Цифарелли.